Подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу легенды 3 на 6 на таком красивом брусе. У нас утарочки уже лежат, наборка. Пока разгрузились. Машину засадили в грязь. Вытаскивать будем потом. Вот, а пока разгрузились, начинаем собирать. Поставили, зафиксировали, выровняли все по уровню. Обшили стены поликом. Сейчас нужно их одеть наклеить перфоленту, одеть профиль и прокрутить. Параллельно сейчас будем ставить переливы, готовить к покрытию крышу. Завершился монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня легенду 3 на 8. Пойдем, поглядим, что у нас тут получилось. Цельные двери по торцам. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Имеются диагональные усилители, 4 штуки. Все это стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком. И также затонирован антисептик палисандр цвет. Также имеется система подвязки, 4 нитки. Также у нас есть 2 коньковые форточки, или фрамуги, как правильно, на термоприводе. Вот такая... Брус стоит на сваях и закреплен снизу с помощью глухарей к монтажной пластине. Вот такая вот большая объемная теплица, отличная. Поликарбонат 4 мм, у нас 0,7 плотность, все торцы защищены торцовым профилем. По периметру торцов установлены облицовочные, они же прижимные уголки. Вот такая большая, красивая, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. И у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.